отвага, честь, слава. В преддверии 73-й годовщины победы над фашистской Германией в магазине «12 месяцев» состоялся ежегодный детский праздник, приуроченный 9 мая. Поддерживать память о героях Великой Отечественной войны через связь поколений, чтобы в мире не повторялись ошибки прошлого, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, сотрудники общества с дополнительной ответственностью Лиоджи считают делом очень важным. 9 мая – это главный праздник в жизни любого человека, и он не мог обойти вниманием наш коллектив. Мы проводим 4-й праздник на территории магазина «12 месяцев» в Билево. Этот праздник очень сильно объединяет всех нас. Мы вспоминаем своих близких и родных, благодаря жизни которых мы сегодня живем и можем говорить, можем радоваться, можем любить, можем смеяться. 9 мая. В этот день хочется склонить голову перед ветеранами, почтить их память. В этот день хочется обнять детей, которым радуются наши ветераны. В этот день хочется поздравлять всех с великим праздником, Днем Победы в самой страшной войне. Ребята разного возраста, от 3 до 16 лет, и их родители всегда с нетерпением ждут этого праздника. Ведь это веселые игры, спортивные эстафеты, рисунки на мольберте и асфальте с Днем Победы и 9 мая, ростовая кукла Котофей, показательные выступления воспитанников областного центра Олимпийского резерва. День Победы – день радости и торжества. День бессмертной славы и светлой памяти героев. На празднике дети поют песни и читают стихи «Память о героях былых времен». Пригнали чужинцы на плесы и тоники, и бомбы, и долгры мужат тоны. Фонтаны взлетали с песком и железом, над лугом с чернелом, над полем и лесом. Осколки черные, как ночь, родители сгубили, но не задели девочку, как будто пощадили. Пел солдат, глотая слезы, пел солдат про русские березы. Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. В этом году новая акция «Посади дерево» особенно тронула ребят. Они посадили 3 дерева, символы 3 фронтов, и украсили их яркими ленточками в память о погибших. Красивым и высоким смыслом была наполнена и акция «Выпускание белых голубей». Птицы взмыли в небо, символизируя мир, благополучие в нашей стране и благодарность ныне живущих за высокую цену победы. Праздник 9 мая очень важен для моей семьи, потому что это наша история, это история нашей страны, это история моей семьи. Поэтому для меня этот праздник, как ни для кого, очень важен. И данное мероприятие, конечно, очень важно для всех наших детей, чтобы они помнили, что был такой праздник. Мы должны передавать память об этом празднике каждому поколению. И мы должны помнить и стараться не допустить больше, чтобы такая война случилась еще когда-либо еще в жизни наших детей. В жизни не только наших детей, но и в жизни любого будущего поколения. И традиционно под звуки песни «День Победы» участники выпустили в небо соцветия ярких воздушных шариков. В магазинах «12 месяцев» детям рады не только во время проведения праздников. Своих маленьких и подрастающих покупателей здесь ждут постоянно. Торговые марки «Котофей», «Тотто», «Ботеллини», «Мурсу», «Кенка», «Темпа», «Экотекс» и многие другие уже давно завоевали любовь и доверие покупателей качеством и надежностью. Для детей от первых шагов, школьников и подростков красивые современные модели туфель, полуботинок и спортивной обуви очень удобные и практичные как в ежедневной носке, так и в празднике. Каждому покупателю всегда индивидуальный подход. Опытные продавцы-консультанты помогут определиться с выбором размера и понравившейся модели. Для тех, кто рано встает, в сети магазинов «12 месяцев» скидка 5% с 10.00 до 12.00. Многодетным семьям, детям-инвалидам и именинникам
предоставляется скидка 12%, а при покупке свыше 120 рублей выдается 5% дисконтная карта. Пользуется интересом светофор скидок от 15 до 50%, действующий в данный момент. Ассортимент магазинов 12 месяцев постоянно расширяется и обновляется. Здесь можно приобрести не только обувь, а и одежду, игрушки и другие сопутствующие товары. В магазинах 12 месяцев заботливые родители могут выбрать своим детям развивающую игрушку. Она станет отличным подарком на любой праздник. Здесь вы найдете наборы для творчества, развивающие игры, игрушки для самых маленьких и не только, игры для развлечения, развития и для того, чтобы научить детей чему-то важному в жизни. Магазины 12 месяцев всегда ждут своих покупателей. Растем вместе! Район Билева, Московский проспект 103, торгово-развлекательный центр «Трио», второй этаж, торговый центр «Грин», первый этаж. В Витебском областном клиническом центре дерматовенерологии и косметологии с целью ранней диагностики новообразований кожи, дифференциальной диагностики доброкачественных, предраковых и злокачественных новообразований создан кабинет оптической диагностики пигментных новообразований кожи. Кабинет оснащен дерматоскопом и сиоскопом. С помощью аппарата врач проводит спектрофотометрический интердермальный анализ пигментных пятен. Сиоскоп незаменим для раннего выявления таких злокачественных новообразований, как меланома. По окончании обследования пациент получает на руки видеоотчет и заключение специалиста с рекомендациями, которые сохраняются в архиве, а также передаются в личный кабинет пациента или на электронную почту. В дальнейшем это позволит наблюдать динамику развития новообразования. Заметили, что с возрастом появился избыточный вес? Кожа начала терять упругость и появился целлюлит? Не отчаивайтесь! Вернуть молодость и красоту помогут в отделении медицинской косметологии, где для населения и иностранных граждан представлен широкий спектр косметологических услуг. Новинкой 2018 года стал вакуумно-роликовый массаж Бифлекси, который является самой эффективной методикой коррекции силуэта тела. Он не вызывает болезненных ощущений, а результат будет заметен уже через несколько сеансов. Стройная фигура – это легко. Обратившись в учреждение здравоохранения Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии, вы получите широчайший спектр медицинских и косметологических услуг на самом высоком уровне по доступным ценам. Опытные и доброжелательные специалисты помогут вам оставаться молодыми, красивыми и здоровыми. Ждем вас по адресу: город Витебск, улица Богдана Хмельницкого, 9 и Московский проспект, 64.